Вот, все подошли, коллеги. Сейчас мы с вами пройдем в новый корпус, да, который был пристроен к историческим зданиям для того, чтобы полноценно реализовать функционал этого комплекса. Нам хотелось бы построить многофункциональный культурный комплекс, используя все помещения исторических зданий. Но в связи с тем, что раньше не предполагалось такое количество инженерных, да, систем, помещений оказалось достаточно мало по предварительным всем расчетам. И, конечно же, для того, чтобы сделать это место культурным центром, необходимо было новое здание. И мы сейчас пройдем с вами, посмотрим, что разместилось в новом здании.